Доброе утро еще раз. С этим временем, пожалуйста, у нас вся команда Harvey Racing. Машина в боевом строении. А это значит, что в полном составе команда будет выезжать на квалификацию. Илкин уже готов и заряжен. Да, конечно. Готов и заряжен. Готов, какие красивые. Ну а что, я тоже готовый на самом деле. Все окей, я медком сейчас прошел. Готово, осталось ее только заправить. И все, и можно мчать. Я еду во второй группе, если что. Пальмин Ваня едет тоже во второй. Гриша Бурлуцкий в четвертый. Илкин в третий. Так что можно следить, пожалуйста, вот ссылка на трансляцию. Welcome. Так, ну что, новости не очень хорошие, потому что у меня умерла сцепа в итоге. И сейчас на разгоне я стартовал со второй. И меня, ко всему прочему, после постановки тупо вылетела вторая передача. Я потом подоткнул, конечно, как-то финишировал, но сейчас она просто проскальзывает. Просто проскальзывает, не держит. Сейчас будем какие-то, не знаю, снимать дырки, сверлить или диски искать. Ну, в общем, надо что-то будет сейчас сделать. Я в группу здоровья переместился, поеду после четвертой группы. Короче, вот из-за чего, собственно, не получилось нормально первую попытку сделать. Такое сцепление привез. Огромное спасибо, конечно, Айрату, агрегатке, потому что сгонял я на, собственно, мотике, сгонял в Сочи 20 минут туда, 20 обратно, с пробками, со всеми пирогами, как обычно. Естественно, на машине бы я не успел это сделать, но кокс меня выручил. И пацаны уже, там Леня, Вова, страдают, чтобы поставить, потому что уже идет четвертая группа, и у меня не так много времени. Короче, все, вот проехал свою Байрановскую. Пацаны оценили? Оценили вообще. Лютый! Есть, короче, попыточка, и вроде удачно. 93 балла. Ну, сами посмотрите, оцените. Я старался. Вайсфап! Кстати говоря, да. Звони. Завол. За покапил об стены ничего. Вкатываться будет еще, тренироваться. А вот кто порадовал, так это, пожалуйста, дайте здрасте, Степушка, который просто на последних еще одну квалу посмотреть. Пока что Макс отстает. 33-й номер, давай!